Вот еще на соревнованиях произошли и неприятные ситуации. В спринте во время полуфинала норвежец Йоханнес Клебе и россиянин Сергей Устюгов столкнулись. Устюгов едва не упал, и финал, кстати, не вышел. После финиша между спортсменами произошла перепалка. Россиянин толкнул норвежца. Судьи наказали Устюгова желтой карточкой. Сборная России подала протест на действия норвежского лыжника, но вот его отклонили.